Друзья, приветствую вас в игрушке под названием Slender Origins 3. Игрушка, в принципе, интересная. С русской озвучкой. Саманта, Джессика. Давайте-ка послушаем. Они пропали из своих комнат ночью. И до сих пор полиция не может их найти. Где же вы, девочки? 3 недели назад, возвращаясь с уроков, мы встретили старую женщину. Она сидела около общежития, а затем внезапно накинулась на нас. Да, она какая-то бабулька. Она схватила меня за руку и сказала, чтобы мы скорее покинули это проклятое место. Здесь затаилось зло, говорила она. Оно похищает во сне. Уезжайте отсюда. Ух, как они слендера не любят. Она зарыдала. Мы испугались и убежали. А она стала сидеть на земле, рыдая и прижимая к себе какую-то мягкую игрушку. Времени начали пропадать девочки. Одна за другой. Сначала Саманта, потом Джессика. Ой, бедненькие. Возможно, следующий буду я. Конечно, ты. Так, ну, поехали. Слендер постоянно гонится за вами, не стойте на месте. Так, у нас тут есть мораль, которая периодически падает. Так, где мне эту шкатулку-то искать? Давайте-ка все обследуем. Так, что-то вижу. Ключик. Возьмем лекарство. Твою ж за ногу. Это было внезапно, но... Разве нас чем-то удивишь? Так, ну погнали в начало. Твою ж за ногу. Ты чё, Сленди? Ой, не, не смотри на меня. Я стесняшка. Так, куда нам дальше? Блин, главная героиня разговаривает сама с собой. Так, куда бы нам сходить-то еще? Ну, бегать здесь нельзя. Но это, собственно, и не нужно. Кстати, у меня на часах сейчас 23:26. Играю я в полной темноте. И могу немножечко подобосраться. Так что мне это простительно. Так, погодьте-ка. Там кровь с потолка капает. Так, еще 3 ключа и шкатулка. Хорошо. Как вы тут оказались, девки? Че он дома не сиделось? Так. Тут ничего, да, не валяется? Плохо. Ну, погнали. Толчкам. Здесь, по-моему, по-любому где-то должен быть туалет. О, вот я угадал. Здесь есть туалет. Забавные картинки. Это прям криповенько. Так, 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 дядька, не смотри на меня. Ой, он еще и за мной идет. Ладно, побежали. О,
А, показалось ключик, но это был не ключик. Так просто не оборачивайся. Так, а здесь мы были. Не-не-не-не-не. Это не катит. И не катит, и не гипотенуза. Так, а пойдемте-ка мы еще куда-нибудь. Господи. Какая-то полудурошная тетка там орала. Так, а где мне искать еще ключи и шкатулку какую-то надо тоже найти. Я говорю немного полушепотом, потому что ночь на дворе. Так. Нет, обратно. Пока меня не зажали. Так, ну я надеюсь, я не помру. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Так. Ну, скримаков, в принципе, немного. Управление тоже неплохое. Русский язык, озвучка. Так. А что делать? Где искать-то? Эх, как все сложно. Какого? Так, надо лекарство найти, пока я с ума не сошел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Взяли. Просто валим. Ага. Еще чуть-чуть, и я испугался бы. Но меня так просто не напугаешь. Так, чувак, просто изыди. Отлично. Мы даже что-то нашли. Ой, я здесь, по-моему, не был. И это хорошо. Блин, поторопился я взять этот. Еще один ключ. Так. А здесь нам куда идти? Еще один ключ и вот эту вот фигню. Шкатулку. Я не вижу ни того, ни другого. Блин, тут можно долго бродить. Там ничего. Может, тут что-нибудь найдем. О, вижу ключик последний. О, есть. Отлично. А шкатулку где искать? Я вернулась домой. Вы не нашли ничего интересного. Но спаслись. То есть надо было открыть еще шкатулку. И тогда бы мы... Ну, блин, я не знаю. Ну, в принципе, это демо-версия. Есть полная версия, которая, скорее всего, стоит денег. По-моему, можно здесь купить. Но я пока не буду. Когда-нибудь, может быть, в будущем. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать колокольчик. Всем пока!